Привет, друг, с тобой Эван. И как вы поняли по названию ролика, сегодня мы будем сливать бабки, а именно пойдем крутить колесо фортуны в казино. Так что присаживайся поудобнее, и мы начинаем. Если что, там в конце еще будет конкурс на 500 тысяч, так что не упусти халяву, смотри ролик до конца. Что-то здесь апперские какие-то движения у меня на районе, прям вообще жесткие. Но перед тем, как крутить рулетку, мы будем снимать, короче, бабки. Я надеюсь, эта музыка не очень громкая, я не знаю, как ее скрутить, в настройках можно как-то. А она фиг скручивается. Классно, короче, придумали смотрушники, что, блядь, только слушать и слушать. Так, можно отойти отсюда? Не дадут даже нормальные бабки снять. Где вот? Вот здесь банкомат есть, значит, здесь и снимем. Короче, я иду крутить казино. Вы видите, какие у меня шмотки уже дырявые, видите? Кстати, а это из-за чего дырявые? Из-за того, что износ у них маленький. А может, из-за износа? Или из-за текстуры кривых? Так что в следующей серии мы переоденемся, а сейчас мы будем снимать бабки. А, снимем, давайте, еще лямчик. Я думаю, нам хватит. 2,5 миллиона. Выносим. У нас здесь 2,5 миллиона, потому что одна прокрутка в казино стоит 500 тысяч рублей. То есть нам хватит на 5 прокруток. Почему не больше? Потому что это слишком дорого для меня. Но если вы, конечно, хорошо прям оцените и поддержите этот видос лайками, комментариями, то, конечно, мы можем и больше крутануть. А также, ну, перед началом данного ролика, пока мы доедем к казино, я бы хотел сказать, что на этом сервере у меня есть свой личный именной промокод Evan. Вводите его при регистрации, получайте 50 тысяч рублей на свой кошелек. Идите, сдавайте на права. И зарабатывайте на свою мечту. Итак, мы подъезжаем к этому казино. Второй раз я сюда приезжаю. Первый раз был, когда я снимал обзор на обновление. Я тогда крутанул один раз рулетку, но ничего не выбил. Давайте реванш запросим. Вот, заходим внутрь. Ешка здесь такая рестайлинговая стоит. Вот, смотрим, что там по чату. Пацаны перед этим, только что передо мной, выиграли окрузак. Крутили 9 свитков и 900... тысяч. Я не знаю, что-то я выиграю или нет. Вот такой с интересным ником пацан зашел. Чем могу помочь? Добро пожаловать в The Diamond. Мы рады при... Так, я понял. Можно спросить, сколько стоит это колесо фортуны? Ага, 50 тысяч фишек, я понял. У меня нету ни одной, так что можно N, как бы все, да, покинуть. 50 тысяч сюда. Добро пожаловать в The Diamond. Мы рады приветствовать. Это что, 250 тысяч, да? Купить фишки за 2,5 миллиона. Ой, додик, просто... Пацаны, да, кто досмотрит этот ролик до конца, мы еще устроим какой-то денежный конкурс. Эта серия выйдет в 3 ляма, капец просто. Все, пацаны, надеемся на удачу. Крутить. Давай. Надеюсь, мне хотя бы что-то выпадет, чтобы я прям в ноль не ушел. Кто меня там прижал? 6 золотых слитков. Я не знаю, это окуп. Это окуп? Ну, типа, да. О! 6 слитков, я так понимаю, это в барыги сливать, да? Так, в барыге, так, хорошо, давай нам в тачечка. Мне уже нравится, как начинается. Значит, одну прокрутку мы окупили, ну, считай. Я понял, небольшой, но окуп. Ну, я понял. А, ничего, я понял. Я понял, короче, как я крутил, заработал 1,5 ляма, блин. Неплохо. Пришел крутим. Сюда просто 3 раза подряд, ничего, блин. Ну это половина, да, слил. Блин, а еще 2 раза. Может, ты хочешь крутануть, а? Да, я смотрю бы. Не, ты крутани разочек. Да ладно. Давай. Мне было бы начал крутить. Вот сейчас я вот так не хочу, не хочу. Сейчас пацан забегает и просто тачечку. Хочет, чтобы его крутануть, ты же хочешь крутануть? Эх. Я не хочу. Кручим. Давай. Давай, 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 давай. Еще 50 тысяч. Можно хотя бы что-то, хотя бы чтобы какой-то окуп хотя бы немножечко. Блин, говно, говно. Ну хотя бы уже не в такой минус ушел. Давай я беру все. Хочешь крутаной? Не, я вот забрал. А секрет это что? Секрет это вообще без понятия.
Крутаните кто-то. Че, никто не хочет? Да не, крути. На крутаните. Три раза подряд, пока у тебя ничего не будет, я пока крутить не буду. А, зашибись. А, тогда тоже крутить не буду. Опа. Сейчас ему, знаешь, тачка выпадает, я просто в шоке сижу, блядь. Так, смотрим, что ему выпало. Ну, сейчас 200, ничего, да? Фишек выпадет, нет, 200 тысяч фишек. Ничего, все, теперь можно крутить. Не, подожди, зачем? Сейчас еще раз ничего будет. Думаешь? Да. Да пофиг, все, кручу, давайте. Пожелайте мне удачи. Это рандом. Да это не рандом, это херня подкрутка. 4 раза подряд, блядь, ничего выпало. Давай, хотя бы, не знаю, 3 слитка хотя бы. А лучше больше. Я чай куплю. Блядь, читаемо, просто читаемо. Беру подкрутку, блядь. Фонарик куплю. Чё, у меня их фигня осталась? Чё? Иван, погнали куплю слитки. Да не, я барыги сдам лучше. Ну, он там вроде сейчас за 87 или за 85. Ну, пойдет. Ну, я за 90 могу. Это ничего. Что у меня 3-6, да, выпало? То есть, окуп, не окуп, и вообще минус. Я понял. Короче, так, выбиваем стекло. Кстати, одежда зашилась. Угу. Ищем эту барыгу. Это рыжий маркер на карте. Барыги нет. А где барыга? А, вот барыга. Кстати, недалеко. Все. Летим, короче, сдаем барыги. Если не получится, то это... Ой-ой-ой-ой-ой. То продадим пацану. Хотя, ладно, пофиг. Сдадим барыги, да и все. Хорошо, хотя бы что-то выпало. Я не знаю, как пацаны там вообще в чате вытаскивали. Просто один пацан одно время вытащил машину, потом еще одну машину, потом... А, ну пацан вот после меня крутил, 900к чисто вытащил. Считай, окупил почти еще одну прокрутку заработал. Поддержите максимально лосиками и комментосиками этот видос. Я крутану 10 раз. А там, если и тот еще поддержите, то я могу крутанить еще 15, 20, 30, 40, 50. Посмотрим, окуплюсь или нет. Вот от Берги едут, короче. От Петровича, вот. А, кстати, что по конкурсу? Так как выиграло 4 победителя в прошлом конкурсе, в прошлой серии, когда я дрифтил, показывал там на сливу чипы, кстати, ссылочка в описании на этот видос, кто не видел, зайдите посмотрите, очень интересно. Я разыграл 1 миллион. Отписалось мне только 2 человека, я дал им по 250 тысяч. 2 победителя не отписалось, поэтому 500 тысяч у нас еще никто не забрал. Так что 500 тысяч я разыграю именно в этом видосе, так что что вам нужно сделать? Это поставить лайк данному видосу, подписаться на канал и... оставить свой комментарий с вашим ID ВКонтакте, чтобы в случае победы я смог вам это писать и отдать ваш приз. Будет 2 места по 250 тысяч. Так что жду ваших комментариев. А тем временем мы приехали к местному барыге. Так, вырубаем. 18 слитков, 90 тысяч. Лям 600. Получается я что? На лямчик в минусе, да? Ну, в принципе, такой контент записал, можно сказать. Я думал, мне... если честно, повезет меньше. Я думал, мне сейчас будет там не везет, одежда, еще всякая фигня будет выпадать. Мне относительно, ну как относительно, я бы сказал, вообще не повезло. Надеюсь, вам понравился данный видос. Такой вот получил интересный опыт с этой рулеткой. Напишите в комментариях, кто крутил, что вам выпало. Вот, сколько слили или сколько выиграли, либо какую тачку выиграли. Очень будет интересно почитать, пацан вот опять выиграл. Может, вернемся? Не, все, не буду. Вот реально, лайками поддержите этот видос и комментариями, вот. Будет следующий видос, где будем 10 раз крутить рулетку. Все. Конкурс. Вы знаете, что делать? Лайк, коммент, подписка с вашим ID ВК. Всем желаю хорошего дня. Всем удачи. Всем пока-пока.